сейчас мы готовим пасту, которая называется такацетте. Нам еще осталось 6 минут. Мы сделали белое рагу из кролика. Мы измельчили мясо ножом, а не в мясорубке. Мы таким образом подрумянили мясо чесноком, с морковью, с луком и с травами. Потом добавили туда белое вино. Добавили туда бульон из мяса и шафран. Соус готовится 1,5 часа. Таким образом готовится белое рагу с кроликом и шафраном. Здесь мы видим соус из цукини. Мы в кипящей воде приготовили цукини. 5-10 минут мы их поварили. Чтобы сохранить цвет, мы охладили их в ледяной воде со льдом и в миксере измельчили с небольшим количеством масла. Процесс сходен с процессом приготовления майонеза. И добавили туда соль. То есть это крем из цукини, оливкового масла и соли.